канун рождественских праздников сотрудники Государственного таможенного комитета ПМР передали в Тираспольско-Дубасарскую епархию иконы, книги духовного содержания и церковную утварь, выявленные за последние годы при попытках их вывоза за пределы Приднестровья в нарушении установленного законодательства. В церемонии приняли участие епископ Тираспольский и Дубасарский Сава, иные духовные лица и представители управления по борьбе с контрабандой ГТК ПМР. Это не первый случай, когда таможенные органы Приднестровья передавали в храмы Тираспольско-Дубасарской епархии изъятые предметы религиозного назначения, хранившиеся на складах временного хранения. Практически все они были выявлены сотрудниками Тираспольской и Бендерской таможен. В отношении книг и икон осуществлялась, как это и установлено законодательством, искусствоведческая экспертиза. Они были признаны культурными ценностями и датируются концом 19-го, началом 20-го веков. Как отмечают сотрудники таможни, вывоз религиозных ценностей запрещен законом. Иконы и книги религиозного содержания входят в категорию рисков. Однако на какие только ухищрения не идут предприимчивые граждане, чтобы вывести их за рубеж с сокрытием от таможенного контроля. Прячут иконы во внутренней обшивке автомобилей, маскируют в багажниках. Некоторые проносят в ручной кладе. Словом, фантазия наших граждан безгранична. По статистике, до 50% раритетов задерживается по административным правонарушениям, когда владельцы их действуют осознанно, и 50% вывозится по незнанию, без документов. Но, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности.